Фестиваль творчества студенческих отрядов прошел в Минске. Участвует команда всех районов города. Событие ежегодное. В парке экстремальных видов спорта было весело и громко. Представляют прежде всего творческие номера, свой, наверное, талант в различных номинациях. То есть как танцевальный, так музыкальный, так и в какой-то индивидуальном жанре. Ну и прежде всего ребята показывают себя. Потянуть новых ребят, которые вот в этом году только стали бойцами студенческих отрядов, и чтобы они максимально постарались, ну, показать свое творчество. Значит, парк экстремальных видов спорта, погода соответствующая. Я смотрю, что молодежь ничем не напугает, да? Да, конечно, нет. Ну, как настроение вообще? Весело здесь? Да, классно. Тоже только в лучшую сторону. Хорошее настроение всегда у нас. Погода внесла свои коррективы в проведение этого фестиваля, но молодежь креативная и целеустремленная, поэтому она просто сообразила новый формат. Мы исполнили нашу отрядную песню «Атланта август». Несмотря на погоду, на все обстоятельства, постарались выступить. Главное, конечно, внутренний порыв, настроение. Все зависит как бы от компании, от ребят. Если все горят, то на погоду можно не смотреть. Мы все друзья. Можно даже сказать, семья. Победители отметят дипломами и ценными подарками. Фестиваль посвящен 20-летию БРСМ и 60-летию студотрядовского движения. Дарья Ищедим, Тимур Батиров, агентство «Минск новости».